Иисус часто уединяется, чтобы молиться Богу. После ночи, проведенной в молитве, Иисус избирает себе 12 учеников. Он дает им власть над нечистыми духами и болезнями. Иисус посылает учеников по два во все города Израиля. Это братья Петр и Андрей, братья Яков и Иоанн, Филипп и Нафанаил, Фома и Матфей, Фадей и другой Яков, Симон Зелот и Иуда Искариот. «Идите, кто вас примет, тот, значит, меня самого принял. А кто принимает меня, принимает Бога, который послал меня». 12 учеников возвращаются к Иисусу. Иисус хочет побыть с ними в тишине, но народ не оставляет их. Жатва большая, а работников мало. Попросите хозяина жатвы, чтобы он послал работников собирать урожай.